Сегодня я буду готовить завтрак за 5 минут. Очень простое блюдо. Для нашего завтрака понадобится ветчина 50 грамм, сыр моцарелла тоже 50 грамм, ломтик белого хлеба такой толщины, смесь перцев, приправа, половинка болгарского перца, маленькое яйцо куриное и маленький помидор. Для начала мы смешаем яйцо со смесью перцев. Ветчину, помидор и перец нарезаем мелкими кусочками, а сыр моцарелла натираем на крупной терке. Все нарезала я мелко. Подготовила также сыр. Теперь берем мисочку. Берем тарелочку маленькую. Отправляем сюда яйцо одно. Смесь перцев. Это 1 чайная ложка. И немножко соли. По вкусу. Смешиваем. Смешали. Теперь берем мисочку. Кладем на дно кусочек белого хлебушка. Пропитываем наш хлеб нашим соусом. Немножко соуса оставляем. Сверху выкладываем ветчину. Далее перчик. Перчик немножко присыпаем солью. Дальше помидорки. Тоже чуть-чуть посыпаем солью. Заливаем оставшимся соусом. И посыпаем сверху сыром моцарелла. Вставляем в микроволновке самую максимальную мощность. Ставим наше блюдо на 5-7 минут. И посмотрим, что у нас получится. Прошло 6 минут. Такая вкуснота получилась. Советую приготовить такой завтрак. Всем спасибо за внимание, кто сегодня был со мной. Подписываемся на мой канал, будет много интересных видео. Всем пока!